Лицо этого мужчины может показаться знакомым, но слава эта скорее дурная. На кадрах Виктор Мохов, он же Скопинский маньяк. В этот раз, однако, дает интервью не столичным журналисткам, а следователям. Рассказывает, как и куда прятал тело собутыльника. Здесь вы его, получается, оставили? Да. Ну, здесь я двое суток. А предыстория до банального простая. По версии следствия, компания знакомых решила отметить день ВДВ. Был среди них и Виктор Мохов, которому, напомним, дом в ночное время покидать запрещено. Видимо, поэтому у него и отмечали. На алкоголь же запрета не было. Вот и произошла бытовая ссора. Без укуся сцепились. Ничего, сначала выпили, потом передряга у них началась. Из-за этого гуся. Этот злополучный гусь пропал у Мохова некоторое время назад. И в краже он заподозрил одного из гостей. За хозяина дома вступился его друг. С предполагаемым похитителем они вышли поговорить один на один. Я слышу, какие там звуки, удары какие-то. И после он заходит, говорит, ребята, я его, по-моему, убил. Как раз здесь Мохов запрет следствия нарушил. Потом он расскажет следователям, как и куда они решили спрятать тело. С целью сокрытия следов совершенного преступления, подозреваемый вместе со своим знакомым в ночное время переместил тело погибшего во двор заброшенного дома. По данному факту Скопинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 2 статьи 316 Уголовного кодекса Российской Федерации. Возбуждено сразу два уголовных дела. В отношении Мохова – укрывательство особо тяжкого преступления. Его заступнику – 105 часть 1 – убийство. Подозреваемый дал признательные показания. В СМИ сообщают, что оба сейчас находятся в СИЗО. И, похоже, свободную жизнь Мохов снова скоро поменяет на тюремный быт. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».